Всем привет! Продолжаем играть в Майнкрафт. Вчера я не смог выложить выпуск, да, все-таки был выходной. Ну и, собственно говоря, целый день провел на улице, гуляя. Ну ладно, сегодня у нас есть время, так что let's go! Я, само собой, как только вхожу в игру, сразу запускаю запись. То есть я даже не планирую, что будем делать, что не будем делать. Но вначале мы сделаем следующее. Давайте... А, мы должны были посадить деревья. О, у нас еще полно работы. О! Мы должны были сделать еще этот бур. Так, для начала, вот мне напомнили в комментариях, я знал эту тему, но забыл про нее, что она здесь поставить. Нужно ставить факел, потому что растения, да, всякие там саженцы и так далее, там арбузы, да, мы будем садить картофель и так далее, они растут только когда светло, то есть днем, по логике, правильно? Но если мы поставим факел, то они будут расти и ночью тоже. Вот так вот. Во, другое дело. Так, что нужно сделать? Нам нужно посадить саженец гибеи. Чтобы далеко не бегать, я бы посадил сюда вот прям, да? Самый оптимальный вариант. У меня же где-то была мне земля. То есть нам нужна вода, но нам не обязательно столько много воды, правильно? Да, правильно. Так, что ж. Земли нету, да? А где земля? Подождите. Где у нас земля? А, земля есть, все отлично. Давайте поставим на пережарку, у нас еды полно. Кто-то написал, что там яйцо нельзя было жарить. Нет, я помню, такое было, что можно было жарить яйцо. Скорее всего, это был какой-то мод. То есть ты просто кладешь яйцо, она жарится, и получается типа яичница. Ты можешь ее просто есть. Но сейчас такого нельзя, да, поэтому мы яйца убираем. О, сука, у нас мяса-то много. Ух, это на года вперед, я вам скажу так. И вот так вот. Все, мы взяли землю. Пойдемте тогда сделаем кусочек земли и посадим дерево, да? Оп. Поближе к дому посадим, чтобы сразу можно было выпрыгивать и собирать. Чтобы мы не бегали за километр. Вот так, вот так, и вот так, и вот так. Оп, оп. Там нужно садить тоже на каком-то расстоянии специальном, чтобы они росли нормально. Ой, все что ли? Ну, в принципе, этого пока хватит. То есть, например, вот одно здесь я посажу. Одно здесь, да? Ну, даже вот здесь давайте. 3-4 блока. Другое где-нибудь вот здесь посадим. Ну, и вот здесь. Ну, как-нибудь так. Хотя это бы я подальше сделал. Ну, ладно, на земле. Больше нет земли у нас. Вот. Тоже опасное место. Давайте поставим, чтобы я не провалился. Ну что ж, let's go. Мы собрали, так, латекс, он пойдет у нас на провода. На провода, на провода, на провода. То есть мы сейчас можем сделать... Угу, вот как много надо делать. Так, ну для начала, смотрите, нам нужно сделать 3 батарейки. Батарейки сделаются из оловянных проводов, насколько я помню. Бот... Нет. Ой, ба... Нет, по-другому называется. Ак... Вот она. Незаряженный аккумулятор, да? Незаряженный аккумулятор. Так, он делается из изолированного оловянный провод. Провод делается из оловянного, ну это я знаю все, да. То есть нам нужно что? Нам нужно олово, оловянная руда, олово полно. У нас мало угля. Да. Ладно, давайте переплавим, немножечко переплавим. У нас полно еды, это просто восхитительно! Отлично. Так, начинаем переплавлять. А, нам нужно еще и латекс переплавить. Да, кидаем латекс. И у нас будет проблема с углем, правильно я понимаю? Вот еще уголь есть. Да, уголь заканчивается. Там еда. Там есть у нас уже... То есть у нас уже готов хлеб. Почти. Так, вот так. Ух ты, да, у нас проблема с землей. Нужно будет землю добывать. Чтобы еще посадить саженцы. Так, let's go. Все, получаем первый латекс. Нам нужно сделать ножницы. Ножницы, ножницы, ножницы. Ножи, ножи... Да, нет, не так называется. Блин, а как же называется-то? Так, попробуем тогда таким образом. Слиток железа есть? Есть. Попробуем вот так. О, сука, много всего здесь. Так, и поищем, поищем. Вот, вот, это называется кусачки, вот. Ага, нужно тогда три
плюхи сделать. Все понятно. То есть мы берем сейчас молот, делаем три плюхи. Железо заканчивается. Молот. Раз, два, три. Три плюхи сделали. Потом кусачки. Раз, два, три. Попу подотри. Вот так вот. Все, есть у нас кусачки. Теперь мы берем олово. И хватит нам. Не надо ничего больше. Так. Олово нам хватит. Мы его плющим. Все. А его надо будет много ставить. И батарейка будет по бокам из олова. Ах. Так, давайте еще тогда поставим на жарку. На жарку. О, где у нас? О, давай, жарься. Так, тогда мы сейчас сделаем вот так. Плющим одно олово. Опа. И режем его кусачками. Получаем проводки. Вот, три проводка, отлично. Проводки окутываем резиной и получаем изолированный провод. Я вот говорю, что он один из самых лучших проводов. Ой. Изолированный провод. Нам нужно в любом случае три провода, три батарейки. Правильно надо? Смотрим дальше. Так, дальше железо. Нет. Ак. Ак. К. Аккумулятор. Ага. Красная пыль. Блин. Ну ладно, хотя приготовим все остальное. Нужно 4, 8, 12. 12 слитков надо нам. 12 слитков. А красного говна нет у меня, да? Да, нету. Ну что ж, пойдем тогда копать пещеру. И у нас уже будет основа сделана. Вы всекаете, да? Сначала мы сделаем сейчас 12 слитков по пасту. Давайте еще 3 осталось. Сейчас пока можно домик достроить, пока они будут готовиться. Опа. Так, ну я думаю, такую ширину хватит. Здесь уже можно подъем. Кто там написал мне в комментариях про лису. Ну, в смысле, такой инструмент, да, я помню, тоже надо будет сделать обязательно. Хорошая вещь, очень хорошая. Но она отличается от лестницы тем, да, что для лестницы вам нужен всего лишь один блок. То есть у вас здесь есть блок, да, и дыра такая в один блок. Вы можете лестницу поставить и залазить. А для лисы нужно будет два блока. Так, все, 13, да, тогда мы ставим так. И вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И вот так. А, нет, нам было по-другому. Ну ладно, так. Четыре, это один, восемь, двенадцать. Три батарейки готовы. Ой, 24. Ну, в принципе, не важно. Это пригодится в любом случае. Ну что ж, нам сейчас нужно идти тогда копать дальше. What the fuck? О, пускай стоит, так красивее даже будет. Ха. Ладно. Так, давайте тогда выкинем все лишнее, лишние камни. О, она мне нужна, каменный кирпич. Он обычный, неинтересный. Так, выкинем это. Потом выложим мусор сюда. Это нужно сюда, это у нас инструменты идут. Инструменты, провода, инструменты, инструменты. Так, здесь у нас хорошо. Стрел у нас нету, можно выкинуть. Угу. Когда ты убиваешь скелетов-лучников, о, как быстро выросло, из них часто выпадают луки, но они сломаны выпадают. Но если в крафт положить два лука, да, то можно починить их. Так, палки мы оставим, уголь давайте тоже выложим половину. Это не надо, не надо, не надо, все, let's go. Жареная пускай лежит. Ну и все. Вот так вот и вот так. Что ж, пошлите дальше копать. Нам нужно копать, копать, копать. Давайте да, соберем латекс, латекс. Опа! Нормально, нормально. Так, опа! Можно еще здесь пробить, потому что бывает, что прятается, да, в листве. Ну и в любом случае нам нужно будет потом листву ломать, чтобы получать новые саженцы. Так как нам нужно много деревьев. Так. Немножечко сломаем, немножечко сломаем, так, по кругу. Опа, ну все нормально, хватит тогда вот так вот. Ну я советую просто ломать возле ствола, ну вот вы видите, да? Ой, так, ну вы поняли, короче. Так, вот так сломаем, чтобы видеть, когда она прячется. Я думаю, что листва никак не должна повлиять, то есть он будет расти в любом случае. Здесь такой физики супер нету, конечно. Ну, вот так вот. Или листва заново отрастет. Посмотрим. Может, он заново отрастет.
Так, где пещера? Ага, у нас еще есть этот самокат нужно взять. Вон деревья растут. Давайте возьмем самокат. Самокат, самокат. Это инструменты у нас. И вот она, тележка. Вагонетка. Это уберем, поставим. Факел. Нам нужен факел. Давайте поставим вот так. Вот так. Раз, два. И да, у нас есть. Хорошо. Все, нужно продолжать копать. Нам нужно найти красную фигню эту. Как называется она? Ну, вы поняли, короче. Как всегда, упадешь, хп отнимется. Все, приехали. Ой. Ой, тихо. Это другое место, да, здесь у нас пещера. Но я предлагаю все-таки, давайте тогда будем копать дальше. Здесь как-нибудь мы оставим пещеру, это мы уберем, давайте. Все-таки первоначальная цель найти даже не пещеру. Ах ты чему, а? Ах ты мразь! Вы видели, их там очень много было в прошлый раз. Очень много, да? Опа! Всякие разные, а? Ну, в любом случае, мы сделаем тогда так. Давайте мы тогда прикроем пещерку на время. Ах ты дрянь, а? Я думал, ты норм. Вот, мы подобрали как раз стрелы. Во, у нас же есть, да, железо, у нас есть доспехи железные, поэтому нам бояться, в принципе, нечего. Сейчас сделаем тогда вот так. Значит, прыгает, да? А, ладно. Так, и поставим вот сюда вот. Где же эта фигня? Сам. В принципе, можно поискать здесь тогда, попробовать. Но эта фигня, это не то. Нет, нет, нет. Красная, красная жижа. А, там еще, помните, этот был мутант, да? Это медь у нас. Нет, не то, не то. Оп, 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 оп. Нужно оставить нам железную кирку, чтобы добывать потом красную шляпу. Так, это у нас все медь. Медь, медь, медь. Нет, давайте все-таки будем копать уже вниз. Потому что здесь все понятно, да, здесь есть ресурсы, это хорошо. Здесь даже железо еще есть. О. Опа. Так, сейчас мы соберем железо. Давайте, давайте. Земля. Так странно, что там земля. Кстати, я вот сколько вот играл, да. Ну, там до этого еще месяц. Ну, недели назад я еще записывал тоже Майнкрафт. Ни разу не находил секретки и респауны в пещерах. Ни разу. Так, что там было? По идее, здесь есть тоже вот это секретки всякие разные, респауны. По-любому должны быть, да. Вот такие. Ладно, давайте тогда пойдем вниз. Все правильно, пойдем вниз. Здесь мы сделаем сбоку такой проход. Делаем проход. А здесь мы все закроем. Чтобы я мог нормально все продолжить, чтобы была единая тема, идиллия. Вот. Во, во, во. И вот так вот. Здесь нам ничего не надо. Здравствуйте, до свидания. Так, факел мы заберем и поставим вот сюда вот. На улице уже ночь, но мы что ж, мы идем копать, копать, копать. У нас сейчас 46-й блок, но нам надо дойти до 5-6-го. По дороге, может, найдем что-нибудь еще интересное. Самое главное, сейчас я, наверное, в пещеру попаду, да? Блин, а. Да. Все дороги ведут в пещеру. Здесь я не спущусь, поэтому поставим вот так вот. Очень придумаем. Ах. Ох, ох, ёшкин кот. Так, ну ладно, сделаем сейчас вот так. И вот так тогда сделаем. Опс. Ну и попробуем тогда, наверное, прямо здесь спускаться и будем, да, не будем прерываться. Вот так. Опс. И сразу дальше пойдем. Вот факел опять мы тебе уберем. Ты все время лишний. Вот факел в этом месте все время лишний. Переставляем его 20 раз. Ну, как-то так. То есть здесь даже проход, в принципе, не нужен. Но у нас здесь все будет, да? И пойдем так. Опа. Давайте покушаем пока. Можно, конечно, потом огородить себя по бокам, чтобы меня потом не мучили всякие зомби, мутанты. Ну, потом это будет. Так, это можем было не ломать.
Ага, вот. И вот так. Блин, надо сориентироваться еще. Вот. Все, по идее, вот так. И в итоге мы продолжили лесенку, правильно? Да, правильно. Оп, оп, оп. Ну и пойдем вот таким вот образом. Уже 37-я глубина. Это хорошо, хорошо. Так что, например, очень удобно смотреть такие видосы, когда ты в первую очередь кушаешь. Вот тоже, я, например, не могу кушать, да? А я кушаю за компьютером. Не могу кушать и в это время что-то делать, там, играть, там, или что-нибудь, кнопки жать. Мне так непривычно. Я люблю приготовил еду, сел, да, и спокойненько смотришь и кушаешь, не напрягаясь. Вот я для этого вам видосы снимаю. Давайте поставим сюда факел. Оп. Опа. Оп. Кстати, вот когда копаешь уголь, да, ты получаешь за это опыт, как ни странно. И не только уголь, по-моему, еще красную фигню, когда копаешь. Так это у нас олово. Блин, мне кирку жалко, надо будет ее ставить все равно. Или надо было сделать алмазную кирку и голову не ломать, реально. Уголь нам тоже нужен будет, да. Редстоун. Красная фигня называется редстоун. Так, о, нам надо. И идем дальше. Ага, я пошел немного не туда. Вот так вот даже. Чик. Опа. Вот мы видим слева прочность кирки. 168, 167, 166. Падает потихонечку. Так, вот, все, нашли опять какую-то землю. Там я был? Блин, мы опять утыкаемся в одно и то же место. Давайте закроемся здесь. Вот так вот. Там я был, воду пил. Так. 29. Ну все, видите, мы очень близко к своей цели. А это что такое, я не помню. Это у нас что? Свинцовая. А, она, которая бесполезная, да? Из-за нее толка вообще почти нету. Кстати, свинцовые руды часто появляются, это мутанты, короче. Змейки такие. А почему здесь земля? Вот непонятно, почему здесь земля? Так, это давайте поменяем на лопату. У нас все есть. Все приготовлено заранее. Раньше я думал, когда играл, что если здесь земля, но здесь какой-то, не знаю, проход есть, да, какое-нибудь секретное место. Но получается, что она просто так лежит. Странно очень. Непонятно. Так, ладно, давайте. Делаем ступеньки. Только ступеньки. Опа, опа. 25. Отлично. Оп, оп, оп. О, так даже быстрее будет. Мне странно реально, почему не земля? В чем логика? What the fuck? Так, оп, 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 оп. Так, сейчас мы найдем что-нибудь интересное. 21, скоро уже прибудем. Давай, 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 братюня, быстрее, быстрее, быстрее копай. Нет, не та шляпа. Нам нужно красное, редстоун. Чтобы у нас был супербур. Алмазный бур будет у нас. Будем бегать так. Бжж-бжж-бжж. Оп. Оп, оп, оп. Нам в любом случае надо будет красный редстоун. Для всех технологий он нужен будет. Так же, как и провода, медь. О, так. О, я слышу какие-то звуки, да? 14, давай. 14, 14. Оп, 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 оп. Тварь, а? Что ж ты мне мешаешь? Что ж ты мне мешаешь? Так, нам нужно сделать, знаете, что нужно сделать еще одну кирку, потому что железную нужно оставить для редстоун. Где надо вот так? Нет, вот так вот сделаем. Здесь пока временно мы поставим что? Мы поставим верстак. И сделаем тогда вот таким вот образом. Опа.
И вот сюда вот. Я не хочу обходить эту тупую лаву. Давайте мы попробуем ее убрать все-таки. Вот таким вот образом. Я могу же здесь, правильно я все понял? Она, наверное, глубокая, да, лава. Да вы что, гоните, что ли? Сколько она глубокая? Не хочу обходить, давай. Насранцы. Дайте мне нормально. Так. Ладно, попробуем все-таки дальше пройти. Нет, если я построил ступеньки, дорожку, потому что она должна быть нормальная. Здесь сейчас будет лава, да, везде. Ага. Здесь тоже будет лава. Так. Фух, прям. Так, ладно. Можно было, конечно, бок обойти? Нет. Чё тебе надо, дебил? Во. Так. Ладно, пробую. Теперь нужно сюда нам бить. О, смотрите, да? Интересно. А это уже что-то интересное получается. И на голову так. Ладно, опа. Опа. Во. Теперь зато мы будем знать, что у нас здесь есть лава. Да, это хорошо. Но тоже нужна будет лава, чтобы получать обсидиан и строить ворота в ад. Все, смотрите, мы добили своей цели. Уже где-то глубина 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, все, все, видите? Шестая глубина и появляется коренная порода. То есть мы ее не сможем сломать ничем. Можно поставить тупые моды, которые позволяют ее ломать там с одного удара. Но нет, слишком бредово будет. Все, отлично, получился такой великолепный туннель. Мы даже видим, видите, выход, отлично. Теперь что нам нужно сделать? Нам все-таки нужно найти Redstone, так. Где ж ты, а? Redstone, где ж ты? Покажись-то. Давайте я сейчас тогда поищу Redstone и уже покажу вам результат. Нашел. Вот наша Redstone. Давайте мы его соберем. Опа, видите, сразу много выпадает. Красная пыль. Ну, да. То есть по-английски Redstone, по-русски красная пыль. Все. Фух, наконец-то я нашел ее. Все отлично. В следующем выпуске мы уже сможем собирать технологии различные. Будем стараться собрать бур. Бур нам нужен. Давайте еще немножко угля соберем. Сколько я знаю, да, с буром будет гораздо быстрее. То есть мы даже не будем собирать, наверное, буровую установку, мы пробуем самим буром работать. Его нужно будет просто заряжать энергией. Ну, можно будет с собой брать батарейки дополнительные, и все, проблем не будет. Опа. О, еще нашел, молодец. Так. Обычно, видите, я говорю, эту фигню, красную пыль, ее несложно найти. То есть она всегда будет у вас в избытке, как ни странно. Но когда мы будем строить супертехнологии, нам будет не хватать этой шляпы. Опа, опа. Так, осторожно. Вот, например, да, это у нас что такое? Это у нас гравий, да. Вот что здесь делает гравий, тоже вопрос непонятный. Как будто здесь тоже где-то проход есть дополнительный. Непонятно. Гравий. Ну, из гравия выпадает тоже полезная вещь, это кремень. Он нам нужен, чтобы делать стрелы. Стрелы нам нужны. О, я еще вот, да, нашел здесь золото. Давайте соберем золото. Ну, от золота, знаете, тоже толку очень мало. Из него можно делать доспехи, да, но железные доспехи гораздо лучше, чем золотые. Гораздо. И они прочнее, чем золотые. Из золота можно делать украшения. Можно быть гламурной чикой. Ну, можно пробовать стать гламурной чикой. Так. О, проход. Я нашел выход. Да! Ну все. Мы нашли самое главное. 40 пыли нам хватит вот так вот.
Ах, и давайте будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ребята, комментируйте видео, подписывайтесь. В следующем видео мы уже будем собирать технологии. Всем пока.